Добрый вечер, коллеги. Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Сначала проверим, чтобы все хорошо работало. Поэтому в чате жду от вас подтверждения. Для тех, кто присутствует впервые на вебинарах на платформе webinar.ru, справа вы видите окно чата, где есть надпись «Введите сообщение». То есть вы там можете набрать любое сообщение, нажать Enter, и я его, соответственно, увижу. То есть у нас с вами это будет ключевой способ наших коммуникаций. А так как я вас не вижу, я вас не слышу, поэтому все вопросы, которые будут возникать, все обращения, прошу направлять непосредственно через чат. Отлично. Да, вижу, что плюсики пошли. Да, Дмитрий, спасибо за поздравление. Действительно, компания Admiral Markets была удостоена престижной награды не так давно. Наши коллеги из офиса в Берлине, в Германии, получали данную награду. Спасибо, Дмитрий. Да, будем стараться делать действительно стоящие вещи для вас и всегда быть на первых местах. Отлично. С чего мы начнем? Да, во-первых, у нас сегодня первое занятие из курса персональной инвестиции. Давайте несколько познакомимся. И перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связано с рисками, и не стоит переходить к работе на реальном счету, а прежде чем вы не разобрались со всеми рисками, которые могут быть. Вот как раз в рамках данного курса мы большинство, ну я думаю, что там 99% тех рисков, которые могут возникать именно в трейдинге, мы разберем. Но важно также иметь в виду, что вся информация, которая дается на этом вебинаре и на всех других вебинарах, которые проводит компания Admiral Markets, предоставляется только в качестве обучения и не является прямой рекомендацией к действию. Давайте немного познакомимся. Меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. В компании Admiral Markets работаю уже более 5 лет. Ну а что более важно в рамках текущего вебинара, это мой опыт трейдинга, мой опыт инвестирования. Я занимаюсь трейдингом уже порядка 8 лет, поэтому данный курс, он фактически родился из тех наработок, которые, точнее, в течение долгой работы, которая была проведена в формате обучения, общения с нашими клиентами, донесения информации. И вот это все вылилось в трехдневный онлайн-курс, который, ну, фактически трехдневный можно назвать с точки зрения предоставления теоретической информации, а уже далее также будет и сопровождение. Об этом я расскажу чуть позже. Ну вот я представился, да, если у вас какие-то будут вопросы обо мне, обязательно напишите. А вот Светлана пишет, что я вижу, но ничего не слышу. А Светлана, сейчас одну минутку. Напишу Светлане, чтобы была возможность проверить звук. И продолжим. Да, бывают такие вот моменты, но нужно несколько минут настроиться. Слышно не очень. Коллеги, если я сейчас вот делаю погромче, во-первых, попробуйте проверить сначала у себя, звук сделать чуть погромче, потому что иногда, когда я делаю настройках у себя, то слышно чуть хуже, то есть появляется дополнительный какой-то треск, да, и вот этого хотелось бы избежать. Вот сейчас сделаю чуть погромче. Да, вот Юрий пишет, что лучше. Отлично. Да, тогда оставим вот на таком режиме. Хорошо, коллеги, вот прежде чем мы начнем, давайте немного познакомимся, так как я хочу, чтобы у нас эти 3 дня прошли максимально продуктивно и максимально эффективно. Потому что действительно вложить в эти 3 дня нужно много успеть.
такой небольшой опрос. Интересен, во-первых, сначала ваш опыт. Да? Напишите, пожалуйста, в чат, если у вас уже есть опыт торговли на реальных счетах, поставьте цифру 2. А если есть опыт работы только на демо-счетах, но ни одного раза, ни одной сделки на реальном счету проведено не было, то нажмите цифру 1. И вот если вы совсем новичок-новичок, то есть ни на демо, ни на реальных счетах не торговали, то цифру 0. Да, и таким образом я вас идентифицирую. Да, вижу, что большинство пока двоек, то есть те, кто работает уже на реальных счетах, да, вот Ирина на демо. Угу, да, сейчас я проверю, какое у нас количество участников. Да, сейчас онлайн 19 человек. Угу. Отлично, да, большинство из вас работают на реальных счетах. Хорошо. Я таким образом, то есть я данный курс провожу уже не первый раз, и он фактически корректируется в зависимости от того, какое количество участников, да, опытных, неопытных, поэтому я периодически меняю несколько формат и несколько подход. Организационный момент, да, еще несколько. У нас есть 3 дня, да. Сегодня у нас будет такая вводно-ознакомительная часть, где мы в принципе разберемся с тем, что такое трейдинг, что такое понимание трейдинга в инвестировании и как это целесообразно использовать. Да? Ну, опять же, на мой взгляд, с точки зрения того, как я это делаю, я с вами буду делиться. На второй день у нас будет технический фундаментальный анализ. Да? Мы разберем, в чем один из способов анализа отличается от другого, да? В чем основные особенности одного и другого. И постараемся собрать это вот в одну систему, то есть что нужно знать от одного анализа, да, что нужно знать от другого анализа, ну, в первую очередь. Понятно, что разбираться с тем и с другим можно очень большое количество времени, можно потратить на это несколько лет, но вот самые основные моменты, которых многие трейдеры, даже имея опыт работы на реальных счетах, забывают, мы как раз о них еще раз и проговорим. Ну и на финальном нашем занятии это будет уже формирование торговой системы, то есть что такое трейдинг, да, то есть трейдинг это принятие решений. А решение, оно принимается, должно приниматься взвешенно. То есть вы должны пройти определенный план, пройти определенные шаги, прежде чем вы откроете сделку. Очень часто, когда трейдеры приходят на финансовые рынки, первые сделки, ну, у меня это также было, то есть они совершаются более, ну, скажем, импульсивно. Да? Мы видим какое-то активное движение, мы хотим войти в рынок, и по этому принципу открывается сделка. Но если вы хотите связать с трейдингом свою жизнь, то здесь действительно важно придерживаться плана, да, то есть трейдинг – это работа. Большое количество эмоций вызывают там, примеры жизни каких-то известных трейдеров, но, как правило, никто не обращает внимания, что прежде чем этот трейдер там, заработал свои миллионы, заработал свои миллиарды там, для себя, для своего фонда, была проделана огромная работа, и не у всех это получается, но, тем не менее, к этому нужно стремиться, по крайней мере, вот все основные моменты, которые должны быть, их нужно учитывать. Светлана пишет, что звука так и нет. Сейчас, если такие ошибки также у кого-то, коллеги, будут появляться, то один из способов это попробовать войти через другой браузер. Сейчас я Светлане напишу, чтобы она тоже ориентировалась, так как она не слышит, и хотелось бы, чтобы все участники смогли прослушать. И вот чуть ниже, далее у нас идет практика, да, пункт практики. Как я уже сказал, то есть вот то, что у нас с вами будет эти 3 дня, это такой марш-бросок в трейдинг, да, что нужно знать. И, безусловно, необходима определенная поддержка, да, которая у нас также осуществляется. Во-первых, я провожу по понедельникам еженедельный вебинар, который идет в 19:30 по Москве. То есть, ну вот фактически у нас завершится этот, я начну уже следующий. И после данного курса, уже со следующего понедельника, вы к нему сможете присоединяться для того, чтобы мы вместе, да, анализировали рынок, смотрели те ситуации, которые интересны для принятия решения, и я буду отвечать на ваши вопросы. То есть фактически, чтобы вы смогли сориентироваться в том, что мы там разбираем, вот для этого, ну, отчасти также необходим данный курс. И вы фактически получаете неограниченную поддержку от меня, потому что в рамках этого вебинара вы сможете задавать ваши вопросы и
мы будем вместе оптимизировать, да, торговлю. То есть я получаю вопросы от разных трейдеров с описанием ваших подходов и даю свои комментарии. То есть вот это мы все будем делать на живом рынке, что называется. Ну и как итог, да, то есть итог звучит довольно-таки амбициозно, но мы трейдеры, да, то есть цели у нас должны быть амбициозными. Это итогом обучения я ставлю понимание рынков. То есть по прошествию данного обучения моя основная задача, которую я хочу донести до вас, это то, чтобы вы смогли правильно принимать инвестиционные решения, разумно, взвешенно и получали, соответственно, от этого результат уже непосредственно в деньгах. Это та цель, которую я поставил перед собой. Коллеги, еще один вопрос, который мне позволит лучше вас узнать. Да, я спросил у вас уже, много ли из вас имеет опыт работы на реальных счетах. Да, я вижу преобладающее большинство, да, практически там 95%. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, какую цель вы для себя сейчас ставите? Да, потому что я знаю, что огромное количество проходит вебинаров, различных онлайн-курсов, да, также очных в ваших городах. И приходя сюда, да, на этот вебинар, вы для себя также ставили какую-то цель. Письме, которое вам приходило, да, или в напоминание о вебинаре, там была указана структура в том числе. То есть мы разбирали, что мы будем проходить, и вы для себя нашли что-то интересное. Вот, коллеги, буквально несколько слов напишите, пожалуйста, в чат, что вы ждете, да, от этого вебинара, какую вы цель ставите для себя. Возможно, она заключается в том, что в принятии ваших решений у вас есть какой-то пробел. То есть обозначите его, пожалуйста. Это может быть, там, к примеру, торговая система, да, то есть или управление рисками. Но вот мне важно понимать, что в первую очередь важно для вас, да, потому что, как я уже сказал, я могу рассказать то, что я для вас подготовил, но лучше, если я буду акцентировать внимание на тех вещах, которые для вас важны. Вот буквально еще несколько минут потратим, и поверьте мне, у нас эти 3 дня пройдут максимально эффективно, да, максимально плодотворной атмосфере, прошу прощения. Вот Максим пишет, да, торговая система. То есть фактически мы с вами, ну точнее я вам расскажу на примере своей торговой системы, что я для себя считаю ключевым, да, при принятии решений, и вы уже сможете на основе данной системы использовать этот алгоритм для вашей торговли. Я не скажу вам, что на 100% вот та торговая система, которую я расскажу, которую я использую, подойдет вам, потому что каждый трейдер, он индивидуален, да, то есть, ну, это фактически каждый человек, он индивидуален, и у каждого свой подход, да, то есть он может зависеть от огромного количества факторов. Вот я, ну, эту фразу говорю уже довольно-таки давно, но тем не менее, то есть вот двух трейдеров с одной и той же торговой системой я еще не встречал. То есть все равно каждый использует там свой набор индикаторов, свой набор сигналов, свои таймфреймы. У каждого есть ограниченный ресурс времени, да, который можно уделять торговле. И все вот это в итоге создает торговую систему. Поэтому я, когда буду рассказывать, да, акцентирую внимание на тех вещах, которые действительно важны, которые нужно учитывать в трейдинге, и уже неважно, в принципе, какими инструментами вы будете использовать для торговли, да, чтобы лежать в основе вашей торговой системы, проходя вот этот чек-лист, вы сможете проверить, да, то есть все ли вы учли там, при принятии решения, или с чем-то нужно еще поработать. Владимир пишет, что нужен развернутый комментарий к вашим ежедневным аналитическим обзорам. Да, вот Владимир, спасибо, что напомнили. Помимо, да, вот того вебинара, который у нас проходит по понедельникам на нашем YouTube-канале, я также добавляю ежедневный обзор, который дает представление о том, что сейчас происходит на рынке, да, то есть что актуально на сегодняшний день. Обзоры добавляются с утра, примерно до 10 часов по Москве, поэтому рекомендую подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы вы их смогли также использовать. Ну вот как раз то, на основе чего я провожу анализ, мы как раз в рамках данного вебинара будем и разбирать. Вот Игорь пишет: торговая система. Угу. Сергей, точки входа и выхода из сделки, если можно, периоды скользящих средних для различных пар. Угу. А по скользящим средним мы поговорим уже
в среду, да, также в 18:00. И, коллеги, вот еще один небольшой организационный момент. Я вебинар планировал несколько недель назад, но не совсем учел тот момент, что в пятницу, к сожалению, у меня не будет возможности в 18:30 быть, 18:00 быть онлайн. И я с вами хотел обсудить такой момент. Мы с вами можем тот вебинар, который будет в пятницу, перенести либо на четверг, да, либо на следующей неделе. А запись, она будет доступна, поэтому для тех, кто не сможет, мало ли, присутствовать, да, вы в любом случае свою запись получите, у вас будет моя почта, да, на все вопросы я вам смогу ответить. Но вот я приношу прощение за такие небольшие изменения. Вот, коллеги, пожалуйста, напишите, какой день был бы вам удобен. Если вам удобен четверг в 18:00, то это будет отлично. Мы с вами этот вебинар тогда с пятницы, да, чтобы все могли спокойно в пятницу отдохнуть, перенесем на четверг. А для тех, кто, кому этот, ну, кто уже запланировал на пятницу и не получается присутствовать в четверг, то вы посмотрите запись. Угу. Отлично, да, четверг. Все, тогда договорились. Тогда третье занятие у нас пройдет в четверг, в четверг 18:00. Супер. Спасибо большое за понимание. Отлично. Я по тем целям, которые вы сейчас написали, для себя внес, так скажем, небольшие правки, да, небольшое понимание. И да, вот вижу еще от Владимира. Критерии определения ключевых уровней, не всегда они очевидны. Интересно вашего понимания торгового дня. Да, отлично. Вот как раз по уровням, то есть я буду рассказывать те принципы, которыми... кажутся важны, которые я для себя определяю и обязательно этим поделюсь. Ну вот на самом деле я следующий слайд, который вы видите перед собой, называется постановка цели. Да? Я воспользовался тем списком вопросов, которые мне прислал один из наших участников, да, насколько вижу, даже он сейчас здесь присутствует онлайн. Этот список вопросов, да, я получил на почту перед тем вебинаром, который у нас был проведен. То есть вопросы были довольно-таки простые, но вот еще раз я их зачитаю, чтобы вы для себя тоже смогли их рассмотреть и подумать. Да? То есть если у вас еще вот этот вопрос, возможно, не возникал, то вы сейчас об этом сможете подумать. Да? То есть это вопрос, что покупать, да? Какой инструмент интересен, там, валютные пары, индексы, акции. Когда покупать, то есть это момент принятия решения входа в сделку, какую цену платить, то есть как выбирать для себя ситуации, при которых можно войти по наименьшей цене, да, потому что каждому трейдеру важно держать в голове тот момент, что если мы хотим купить, то для нас фактически наименьшая цена и будет важна, то есть нам не нужно покупать вот по любой цене, да, мы здесь находимся немного для другого, да, то есть мы хотим купить и купить выгодно. Вот такие примеры мы тоже будем рассматривать. Как покупать, да, то есть механизм открытия сделки, создание портфеля, то есть выбор деления вашего, ну, фактически ваших торговых идей между инструментами, то есть диверсификация, что называется, то есть использование разных инструментов в торговле. Сколько покупать относительно размеров всего портфеля, об этом поговорим уже в четверг, да, когда будем разбирать риск-менеджмент, мониторинг, да, прогресса ваших инвестиций, как закрывать сделки, как использовать кредитное плечо максимально правильно, стратегия поиска инструментов, защита от различных системных ударов, такие как биржевой крах. Да, вот этот момент, он не всегда очевиден, то есть его предвидеть довольно-таки сложно, но периодически такие ситуации случаются, как, к примеру, там швейцарский франк несколько лет назад, или в том году, когда стали поступать первые данные о потенциальном выходе Великобритании из Евросоюза, то есть, да, то есть вот такие системы, они, безусловно, влияют. То есть они могут быть как хорошей возможностью для того, чтобы заработать, да, и могут с другой стороны сказаться
на вашей торговле негативно, да, то есть и тот фактор нужно, безусловно, учитывать. Работа над ошибками, да, то есть как отслеживать результат вашей торговли, то есть, ну, здесь только, только опыт, только проведение достаточно большого количества сделок, но здесь важный момент заключается в том, что когда вы торгуете, да, то есть у вас должно быть право на ошибку. То есть вот это вот такой очень интересный момент, о котором мне говорили, ну, многие начинающие трейдеры, те трейдеры, кто уже работает, но что-то не получалось. И периодически работа над ошибками сводилась к тому, что человек терял полностью весь депозит, да, то есть это такого не должно быть, да, то есть в принципе, если вы выстраиваете правильный риск-менеджмент, то вы никогда не потеряете больше, чем вы можете себе позволить. И с точки зрения работы над ошибками, когда вы используете какую-то торговую систему, всегда важно, чтобы у вас оставался шаг, да, который вы сможете сделать дальше. Одна убыточная сделка, там, 5 убыточных сделок, это не страшно, это бывает, это трейдинг. Здесь все может поменяться очень быстро, но вот те убыточные сделки, которые у вас проходят, они не должны иметь существенного влияния на ваш депозит. Да? То есть об этом мы тоже поговорим больше в четверг уже. Что делать, когда система не работает? Да? То есть, безусловно, важно выделять те моменты, по которым вы видите, что количество положительных сделок или количество отрицательных сделок, точнее, количество отрицательных сделок гораздо больше, чем положительных. И вот даже такие простые правила, я думаю, о которых вы все слышали, что есть вот соотношение, да, то есть если у нас стоит такой тейк-профит, да, то стоп-лосс должен быть меньше, то есть соотношение там примерно, ну, как минимум 1 к 2, 1 к 3. А многие трейдеры этого не учитывают. То есть открывается сделка, ставится тейк-профит там, условно, 20 пунктов, а стоп-лосс 100 пунктов. Ну, когда спрашиваешь, а почему 100, ну, чтобы не сработал, да, то есть звучит очень странно. То есть математически результат такой торговли, он не приведет к какому-то положительному результату в долгосрочной перспективе. Да, можно получить много небольших сделок, закрытых в плюс, но одна убыточная сделка, ну, фактически перекрывает 5 прибыльных, а должно быть наоборот, да, то есть вот такие моменты тоже нам учитывать. Ну и 13-й пункт, да, научиться торговать осознанно. То есть вот это как раз можно сделать вот лозунгом, да, данного вебинара, да, ключевой целью, это понимание рынков и, собственно, торговать осознанно. То есть чтобы не рынок вам говорил, а вы, собственно, принимали импульсивные решения, а действительно вы знали, где вы хотите войти и это делали. Сергей вот задает вопрос по волнам. Волны я освещать не буду. Это все-таки очень обширный аспект. У нас есть наш партнер, мой коллега Вадим Иткулов, который специализируется на волновом анализе. То есть я просто за это не возьмусь, потому что, ну, я могу рассказать какие-то ключевые принципы, но чтобы погрузиться, да, полностью, нужен, да, трейдер, который использует эту торговую систему как основную. А у нас в ближайшие несколько месяцев, я думаю, будут вебинары, поэтому если вы подписались на нашу рассылку, если ее получаете, то мы обязательно оповестим, когда будет следующий вебинар по волновому анализу, и вот там вы уже с Вадимом сможете пообщаться. И Владимир пишет, в принципе, про секшн в вашем понимании. Вот. Ну вот, в принципе, да, моя трактовка price action и будет как раз произведена. Об этом мы тоже поговорим. Коллеги, вот очень важный момент, да, который тоже многие об этом забывают, когда приходят на финансовый рынок и приходят в целом на инвестиционную сферу. Да. То есть я вот сейчас перед вами... Вы видите слайд, название которого гласит как финансовый план. Да? То есть в первую очередь нам нужно определить цель, да, то есть зачем. Мы с вами должны понимать, то есть для чего мы это делаем. То есть я надеюсь, что все, кто здесь присутствует на данном вебинаре и те, кто торгует уже на реальных счетах, имеют цель. Да? То есть какая у нас цель? Получить прибыль. Получить прибыль в долгосрочной перспективе. Потому что трейдинг – это вещь очень... ну, так скажем, которая будет актуальна в долгосрочной перспективе. То есть она актуальна сейчас, она, я уверен, будет актуальна там, и через 10, через 20 лет. То есть важно освоить основные принципы и уже применять, исходя из вашего распорядка, исходя из ваших предпочтений
в этой сфере, потому что, ну да, сейчас более интересны, наверное, валютные пары, да, то есть это является наиболее интересным инструментом для трейдинга, но появляются и новые, то есть те же самые криптовалюты, которые не так давно стали доступны в Admiral Markets, и это новый инструмент, да, то есть фактически принципы трейдинга, они сохраняются, но инструмент уже гораздо новый, то есть фактически там тот же биткоин, тот же Ripple, он, тот же эфир, он движется гораздо лучше, чем валюта. То есть волатильность у него просто бешеная, да, и за несколько дней он может проходить, то есть там 30, 20, 50%. А, конечно, валютные пары, ну, фиатные деньги, да, что называется, то есть там евро, доллар, британский фунт, так уже не может. Могут какие-то акции, да, которые появляются. Ну вот сейчас одним из наиболее интересных как раз является криптовалюта. Если у нас будет время, мы обязательно на этом тоже остановимся чуть позже. То есть мы должны держать в своей голове, что мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы получать какие-то эмоции, какое-то времяпрепровождение, да, для трейдинга. То есть я понимаю, что может иметь место быть и несколько другой подход, то есть, ну, действительно хочется каких-то острых ощущений и поторговать там валютами, акциями или криптовалютой, то возможно, да. Но если вы хотите для себя сформировать тот источник дохода, который в долгосрочной перспективе будет приносить вам прибыль, то важно помнить, для чего вы здесь, да, а именно для получения прибыли от торговли. А пункт номер два, да, определить наши расходы, и пункт номер три, определить наши доходы. На чем я здесь хочу акцентировать внимание? Дело в том, что очень часто я получал такие вопросы от наших, ну не только от наших клиентов, а в принципе от трейдеров, кто приходит в данную сферу, да, в данную область, что она, безусловно, интересна огромными прибылями, да, то есть работая с кредитным плечом, вы можете там с небольшой суммой купить там в 500 раз больше и получить от этого прибыль. И начинает казаться, что это вот, ну, что-то такое запредельное, где можно быстро, быстро и легко заработать. И вот, к сожалению, реклама, которую могут позволять себе различные там брокеры, которые зарегистрированы в каких-то офшорных зонах, да, или какие-то управляющие компании, то, о чем они говорят, да, о каких-то колоссальных доходах, на практике может оказаться совсем по-другому. И когда человек, к примеру, обращается и говорит, что вот я хочу взять там кредит, да, то есть, ну да, я буду платить там 30% годовых, но я же здесь могу заработать гораздо больше. И многие в это верят, но это не должно работать так. Первый принцип инвестирования, да, первый принцип трейдинга – это вы должны использовать те средства, которые у вас являются свободными, которые не понадобятся вам там в ближайшие 3-6 месяцев, потому что результат от трейдинга может прийти не сразу. И лучше начинать, к примеру, работать с какой-то небольшой суммы, да, то есть я понимаю, что чем больше депозит, тем фактически больше в деньгах вы можете получить отдачу. Но это навык, который нужно наработать. И чем раньше вы начнете, то есть перейдете с демо-счета, который открыт там на 20 тысяч долларов, на реальный, который открыт там на 200, на 500 долларов, и будете минимальным объемом уже работать на реальном счете, это будет гораздо лучше. Тем более, чем там брать какие-то заемы, какие-то кредиты и работать на эти средства. Поэтому вот давайте сразу же об этом договоримся, что все инвестиции, да, весь трейдинг, он идет непосредственно придерживаясь вот этого первого правила, потому что эмоции, да, я думаю, что многие из вас видели картинку, да, то есть тот спектр эмоций, который испытывает каждый трейдер, то есть сначала у нас эйфория, мы вошли в сделку, там, мы, собственно, видим там небольшой плюс, потом цена опускается, мы думаем, что все, мы все сделали неправильно, начинаем думать, что же здесь произошло не так, потом еще дальше опускается, минус растет, все хуже и хуже эмоциональное состояние трейдера, потом опять начинается выравниваться, опять эйфория и, ну, собственно, вот все такое синусоида идет. Поэтому, если у вас есть, ну, какое-то обременение, то есть это, ну, небольшая выдержка от финансового планирования, но я считаю своим долгом вам об этом напомнить,
Инвестирование должно идти только на свободные средства, потому что если у вас есть какие-то обязательства, это будет давить на вас определенным грузом ответственности. То есть вы будете понимать, что там, в этот месяц вам нужно отдать там столько-то, да, или там, в процентах, или в деньгах, неважно. Но это может вас провоцировать на совершение ошибок. А трейдинг, он, ну, собственно, ошибки прощает довольно-таки не всем. И в чем будут заключаться наши ошибки, это потери в деньгах. А я думаю, что ни вам, ни мне это не нужно. Поэтому вот этот момент для себя имейте в виду. И не нужно начинать, да, трейдинг там, на заемные средства. То есть это еще к хорошему никого не приводило. Отлично. Теперь вот такие базовые, да, моменты, потому что вот этот слайд, он также является довольно-таки актуальным довольно, ну, на протяжении всех вебинаров, поэтому я кратко по нему пройдусь, потому что всегда возникает вопрос, да, то есть вы приходите в сферу трейдинга, вы приходите в сферу инвестирования, и возникает вопрос, да, то есть а какую сумму нужно вложить там, в какую область, да, в какой сектор. Или вот у меня там есть $5000, нужно ли мне там, их, на них все торговать. Да? Ну, то есть у всех разное финансовое положение, у всех разные цели. Но вот в сравнении с трейдингом, да, то есть вот, важно разобрать вот такие основные принципы инвестирования. Вот, коллеги, вот, кстати, к вам тоже такой вопрос. Какие принципы инвестирования используете вы? Да? Возможно, я уже о чем-то забыл, да, и вот этот слайд он менялся уже довольно-таки давно. Я перечислил, да, вот 4 основных, которые, ну, в принципе, актуальны уже довольно-таки большое количество времени. Но вот напишите, пожалуйста, какие способы инвестирования еще дополнительно используете вы и используете ли. Если нет, то поставьте минус, да, если есть чем поделиться, то есть, ну, не обязательно там все расписывать, просто в какой сфере, да, то есть что вы используете, и буквально несколько слов напишите. А я хочу просто провести аналогию с тем, что сейчас вот представлено у меня на слайде, для того, чтобы разобрать, потому что, безусловно, формирование инвестиционного портфеля – это довольно-таки трудоемкий процесс, да, то есть когда у вас есть определенная сумма денег, ее тоже нужно правильно распределить. Вот Николай пишет: торговля на Форекс, Антон — банковские вклады и финансовые рынки, смотря что падает, чтобы купить. Да, ну здесь в принципе все идет как спекуляция, то есть покупаем дешевле, продаем дороже. Окей, вот я, у нас присутствует большое количество участников из разных стран, да, то есть не только Россия, не только Украина, есть и участники из европейских стран. Но я думаю, что ситуация у всех примерно похожа. Да, вот в сравнении, да, то есть с инвестированием, то есть для чего, в принципе, мы пришли все сюда. Да? Когда я приходил в сферу инвестирования, то есть это было, ну, порядка, наверное, 8-9 лет назад, для меня был интересен тот принцип. Я учился в финансовом университете, как раз у меня, мне повезло, у меня даже был курс по техническому анализу, в котором приходилось довольно-таки много спорить с нашим преподавателем, который, в принципе, только его рассказывал, но на практике никак не применял. На тот момент я уже начал это делать. И для меня был интересен принцип вложения средств, да, чтобы получить на них отдачу. То есть, условно, когда вы вкладываете какие-то средства в бизнес, да, и создаете какую-то рабочую систему, это то же самое, да, то есть у вас есть там 20 000 евро на развитие какого-то бизнеса. Вы покупаете какое-то оборудование, налаживаете производство, налаживаете каналы сбыта, да, то есть, ну, вот фактически простая цепочка. И на выходе вы получаете какую-то отдачу от ваших свободных средств. Для меня, да, был интересен принцип, как я могу с минимальными, ну, так скажем, телодвижениями, ну, может быть, это отчасти от того, что я человек отчасти немного ленивый, и мне хотелось бы найти более интересные для себя способы вложения, поэтому я стал рассматривать финансовые рынки, потому что здесь в большей степени все зависит от меня, да, и поэтому я, наверное, выбрал данное направление. В
В тренинге то же самое, да, то есть у вас есть какой-то, ну не только в тренинге, а в инвестировании, то есть вы берете какую-то сумму денег и вы хотите получить какой-то итог на выходе, который в идеале будет превышать то, что было в самом начале внесено. И вот на примере того, что я сейчас перечислил на вашем слайде, да, у нас первый идет вложение средств в банк, да, вот у нас Антон, да, написал, то есть банковский вклад. Банковский вклад и финансовые рынки. Здесь вот давайте разберемся. Да? Вот я писал данный слайд, наверное, года полтора назад, и цифры были взяты на тот момент, да, то есть это был 2015 год по России. То есть на тот момент средства в банк можно было положить под 10-12% годовых, да, то есть в зависимости от срока, да, то есть если там на полгода, то это там 10%, если на 2 года, то это 12%. Ну, чем больше срок, тем больше процентная ставка. Но давайте реально разберемся. То есть я думаю, что те участники, которые у нас присутствуют из европейских стран, могут очень сильно удивиться тому, что проценты настолько большие, потому что в Европе, во-первых, вклады по, точнее, банковские ставки, они гораздо меньше, да, и в некоторых странах они вообще отрицательные. Но это связано с тем понятием, которое также относится уже к макроэкономике, это инфляция. Да? Вот на тот момент, то есть фактически, если вы можете положить средства в банк под 10%, то в лучшем случае инфляция будет процентов 11-13. То есть вы в лучшем случае средства не потеряете. Да? То есть они максимально могут быть приближены, то есть там, но, как правило, в банке все равно эти средства со временем будут уменьшаться. И когда используется вложение средств в банк, то тут мы не можем говорить о инвестировании. Да? То есть это как способ сохранения, но не приумножения. То есть, да, средства лежат в банке, вы можете быстро их снять, потому что какой-то резерв, он, безусловно, должен присутствовать. То есть, вот для этого банковские вклады мы можем использовать. Безусловно, банк это как тот институт, ну, если мы говорим именно вот о стандартном вложении в банк, да, под процент, то есть это не управление, не какие-то фонды, которые могут быть при банке, а вот именно простое классическое вложение средств в банк, то в этом случае мы можем максимум, что это потерять чуть-чуть, да, что называется, даже не только сохранить, а потерять чуть-чуть. Вот. Но мы будем знать, что в этом банке средства лежат, да, то есть если это прямо в России, ну вот в России была волна, когда у банков отбирали лицензии в довольно-таки большом количестве, сейчас это стало чуть менее активно, но тем не менее, то есть вы могли быть уверены, что там ваш вклад до, на тот момент, по-моему, 1 400 000 рублей мог находиться. То есть даже если у банка там забирают лицензию, то есть специального фонда вам эти суммы средства выплачивают. То есть тогда, я думаю, что все просто делили по разным банкам, чтобы попасть вот под эту компенсацию вкладов. Следующий пункт, да, вложение в золото. Опять же, вот сейчас, коллеги, я хочу запустить MetaTrader и несколько поговорить, да, чтобы мы с вами обсудили ту ситуацию, которая складывается последние несколько лет, к примеру, по золоту. Да? То есть, опять же, здесь я говорю о принципе инвестирования, да, то есть вложения в золото, потому что, опять же, классически вы покупаете какой-то, ну, либо открываете там золотой счет в банке, либо покупаете какой-то актив в банке и, ну, ждете, когда он вырастет. То есть это тоже, безусловно, имеет место быть, но здесь нужно понимать, что такие инвестиции, они могут окупаться там через несколько лет. То есть вот покупая золото сейчас, ну, имеется в виду вот какие-то, мы не про трейдинг сейчас говорим, то есть не спекулятивный контракт, а вот покупая там физическое золото или какие-то продукты, которые к нему имеют отношение, нужно понимать, что такие инвестиции могут окупиться там через несколько лет. И давайте посмотрим. Сейчас я открою график золота. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, покажу вам MetaTrader. И
И мы с вами этот вопрос обсудим. Как раз вот на примере это будет наиболее понятно. Вот, коллеги, сейчас перед вами должен появиться MetaTrader. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы его видите. А я пока добавлю на график золото. Отлично. Сразу же в аспекте того примера, который мы разбираем, важно посмотреть, в принципе, что происходит с золотом. И я открываю сразу же месячный таймфрейм, и мы с вами видим, да, то, что в своих максимальных значениях золото стоило там 1916 долларов за тройскую унцию, это был 11-й год, да, ну, собственно, максимальное значение. И вот с того момента у нас пошло фактически нисходящее движение. То есть сейчас мы торгуемся дешевле примерно на 30% от своего максимума. Поэтому те вложения, которые могли быть, к примеру, сделаны, то есть начиная с 2013 года, может потребоваться, как я уже сказал, то есть несколько лет для того, чтобы просто выйти там в ноль и выйти к тому плюсу, который был сформирован. Если кто-то покупал там, к примеру, золото там по 1900, по 1800, то здесь уже нужно также диверсифицировать, ну, собственно, распределять портфель. То есть, опять же, если вы его держите в каких-то инструментах, которые предлагает банковская система, например, то есть это не торговля с кредитным плечом, безусловно, то здесь можно использовать принцип, да, добавления. То есть цена ушла там чуть меньше, доходила до 1000, и, безусловно, там можно будет рассматривать ситуацию, при которой можно уже сделать добавление по данному активу. Но я хотел с вами обсудить другое. С позиции трейдинга, да, мы с вами рассмотрим, опять же, те самые методы, которые вы сможете применять, и в том числе в вашей, ну, нельзя сказать, что в повседневной жизни, но определять те ситуации, по которым действительно можно находить точки для входа, да, вот тот золото, да, то есть мы видим, что, к примеру, начиная с 2013 года, до мая 2013 года, цена уходит ниже отметки 1532 доллара за тройскую унцию. И фактически, пока мы не получим возврат вот к этому каналу, не имеет смысла, на мой взгляд, в принципе, в золото заходить. То есть ваши деньги, они просто будут лежать и не приносить никакого, ну, никакого материального результата. А вот первая, как раз, первая ситуация, которая, на мой взгляд, имела смысл рассматривать для возвращения в золото, эта ситуация у нас была в начале 2016 года. Я об этом тоже говорил на наших вебинарах, когда стоимость золота смогла преодолеть максимальное значение октября 2015 года, да, то есть то, что было 2 года назад. И здесь работает, ну, вот банальный, очень всем известный и, я думаю, что много раз проверенный способ, который мне, ну, довольно-таки нравится, определение трендов, да, то есть все равно, когда мы с вами начинаем принимать решение по тому или иному активу, нам нужно понимать, в какой фазе сейчас, да, цена находится. Если мы видим, что тренд идет нисходящий, ну, собственно, о каких покупках может быть идти речь. И вот один из принципов, которых всегда важно держать в голове, это вот он вытекает из характеристики тренда. То есть, когда мы будем понимать, что вот этот тренд, он закончился, то есть, когда мы можем уже думать о покупках. И в данном случае, опять же, это можно отнести к волновому принципу, ну, без там подразделения на составляющие, вот один из подпунктов. У нас есть вообще ценовое движение, оно характеризуется такими двумя основными принципами. Есть импульс, есть коррекция, есть продолжение импульса. В тот момент, когда эта система ломается, когда мы видим, что у нас тот коррекционный уровень, с которого у нас пошел последующий импульс, цена обновляет уже в обратную сторону. То есть вот этот паттерн, да, вот эта формация является, ну, практически одной из ключевых, по которым мы можем определить изменение тренда. И вот, ну, фактически данный принцип у нас был, мы его отслеживали с
февраля 2016 года, то есть вот когда цена уже остановила свое падение, да, оно замедлялось, а потом в начале 2016 года у нас был повышение. Вот отсюда имело смысл вновь уже возвращаться примерно в эти активы, которые вы рассматривали. Да, вот Анатолий пишет, пробитие предыдущей вершины, очень хороший принцип и очень интересно работает. Опять же, если мы говорим, к примеру, о там, не знаю, биткоине, вот сейчас перед вами также график биткоина, он ну, можно сказать, что несколько похож на график золота. Ну, вот единственное, что история у нас не так долго проходила. То есть мы фактически за несколько лет, там, несколько тысяч процентов, но мы сейчас говорим больше о тех последних ситуациях, которые были сформированы. Да? То есть покупать, опять же, ну, тот же самый биткоин по самым максимальным значениям смысла никакого не имеет. Да? То есть важно дожидаться коррекции, смотреть, когда она заканчивается, и уже заходить вновь. И тогда у нас, по крайней мере, ближайшей целью будет это обновление локальных максимумов, и вы как трейдер, да, который знает уже вот данный принцип, данный подход, сможет получать для себя лучшую цену. То есть, ну вот после того падения, которое было там с 5000, мы доходили до 3000 долларов за один биткоин, фактически вот завершение вот этого падения в области там 3500-3700 мы уже могли отслеживать. И вот отсюда вновь уже в него заходить на продолжение роста. Поэтому опять же, вот те принципы, которые мы разберем, я уверен, что они будут вам помогать в инвестировании в любом направлении. То есть не только там в маржинальной торговле, о которой мы будем говорить как об одном из видов, да, инвестирования, а и в принципе в других областях, как вот мы сейчас с вами разобрали, например, золото или того же биткоина. С точки зрения недвижимости, да, то есть, в принципе, этот способ является также довольно-таки популярным. То есть всегда хочется быть обеспеченным, да, то есть, по крайней мере, иметь определенную защиту в виде нескольких квадратных метров, да, в виде этой коробки, в которой вы будете понимать, что это вот ваше, да, то есть вот здесь можно жить, и у вас есть уже, ну, какой-то бэкграунд. Все относятся об этом по-разному. В России это является как идея фикс о том, что, ну, должна быть квартира. В Европе многие люди живут годами, до 40, до 45 лет, просто снимая жилье, да, по той простой причине, что это дешевле. Квартиру, свою недвижимость. Но мы сейчас говорим о вложениях, потому что, опять же, здесь это также интересно, если у вас есть тот капитал, который можно инвестировать в недвижимость. Опять же, важно использовать ключевые принципы. То есть покупать не на самых максимумах, да, когда там, в России в 2016 году, то есть рубль падал, Центробанк поднимал ставку, ставки по ипотеке вырастали, то есть покупательская способность снижалась, люди покупали все меньше, да, то есть, и, соответственно, в тот момент недвижимость достигла какого-то пика и начала снижаться. Вот, собственно, реверсом выхода из этой ситуации был тот момент, когда Центробанк стал, да, понижать, да, уже ставки, и покупательская способность периодически стала возвращаться. То есть, опять же, тренд, он был сначала нисходящий, да, и вот в тот момент разворота было вновь опять интересно инвестировать в недвижимость. Но опять же важно помнить, что средняя скорость, да, окупаемости инвестиций в недвижимость в лучшем случае это порядка 7-10 лет. Да, то есть, ну, если мы берем какой-то разумный прирост в зависимости от того региона, где вы приобретаете данную недвижимость. Ну и это также зависит. То есть, если это какие-то, ну, например, России, да, то есть, безусловно, недвижимость там, в Москве, в Санкт-Петербурге, она всегда будет более ликвидна, чем в других регионах. Да, вот опять же я коснулся такого понятия, как ликвидность. То есть все ваши активы должны быть максимально ликвидными. То есть вкладывая в золото там по 1800, да, вы понимаете, что если оно сейчас там 1700, 1600, 1500, да, вы можете их там обменять на деньги и там что-то на них купить. Но фактическая стоимость, да, их уменьшилась. То есть я думаю, что здесь никто не... Ну, если кто-то и будет это делать, то уже с каким-то определенным запасом. То есть все будут ждать, когда цена там вернется до каких-то пределов. Поэтому этот момент тоже важно учитывать. Ну и четвертый пункт,
А четвертый пункт, который я описал, это финансовые рынки. То есть здесь уже идет вложение. Ну, нужно дописать, да, вот, коллеги, я думаю, что здесь будет смысл уже добавить те же самые криптовалюты, то есть не только вложение, к примеру, с плечом, да, то есть не только спекулятивная операция, а и в принципе в них вложение. То есть это финансовые рынки, то есть фондовый рынок, товарно-сырьевой рынок, валютный рынок и рынок криптовалют. То есть, опять же, различные составляющие, и вот мы с вами фактически будем рассматривать буквально там десятую часть от всех способов инвестирования, как трейдинг, да, то есть как работа, как проведение спекулятивных операций, но который позволит вам ваши знания применять, ну, вот, фактически в каждой области, потому что я для себя, ну, пропуская через себя данные знания, я понимаю, что я свой путь, да, в финансовых рынках, в инвестировании начал именно с трейдинга. То есть это для меня было основное. Кто-то приходит из разных секторов бизнеса, да, то есть кто-то уже работал с акциями, кто-то вкладывал, покупал какие-то ETF-контракты. То есть у всех опыт он разный. Вот для меня это был, собственно, та ситуация, при которой я смог изучить основные принципы инвестирования, принципы механизмов работы финансовых рынков, ну, в принципе, рынков, да, то есть товарно-денежных отношений, можно сказать. И уже после этого стал выстраивать свой инвестиционный портфель и использовать этот метод для вложения. И уверен, что для вас это также будет полезно. Вот Анатолий, да, задает вопрос, как можно покупать недвижимость в ипотеку при таких процентах нашей зарплате? Это же ужас. Ну, тут можно долго об этом говорить, да, как я уже сказал, для кого-то, то есть можно снимать, да, в квартиру, но, в принципе, если у вас есть там средства для первоначального взноса, и вы понимаете, что там ваш платеж будет сопоставим с ежемесячной платой за аренду, то, ну, почему нет? И инфляцию еще никто не отменял. То есть, да, это может быть там ставка 11%, 12%, доходила в России до 16%, но вы понимаете, что покупательская способность денег тоже падает. Да? И, то есть, если там реальная инфляция составляет там 20%, то в долгосрочной перспективе для вас это будет, ну, в любом случае выгоднее. То есть вы получаете, ну, что называется, длинные деньги, которые впоследствии, да, то есть это вложение там, вот именно там, на 10-15 лет. То есть сориентировано на то, что эта недвижимость вырастет, и она будет уже реальным активом. Тамара задает вопрос, да, вот, Максим, спасибо, что ответили, запись обязательно будет на нашем YouTube-канале, мы также всем разошлем ссылки всем, кто присутствовал на вебинаре, поэтому вы обязательно ее получите. И вот, Тамара, если вы присоединились чуть позже, у меня, к сожалению, не получается провести вебинар в пятницу, поэтому мы договорились, что мы его проведем в четверг в 18:00. Поэтому вот также имейте этот момент в виду. Хорошо, двигаемся дальше. Вот теперь принцип распределения, да, который тоже, я считаю, очень важен. Вот когда я задавал вопрос, да, по поводу способов, да, инвестирования, я имел в виду то, что вот ваш портфель, который там, через несколько лет будет, возможно, для кого-то основным источником дохода, да, возможно, генератором какого-то дополнительного дохода, но, тем не менее, он тоже должен быть распределен. Вот давайте также договоримся. Вот если у вас там есть, ну, условно, я возьму сейчас такой крайний случай, да, крайний момент, то есть есть там, например, $1000, которую хочется инвестировать, да, то есть хочется вот, ну, получить какой-то большой результат от этого. Но не нужно совсем крайний случай, да, то есть брать эту $1000, покупать на нее с кредитным плечом там, я не знаю, пару евро-доллар и ждать, когда эта 1000 превратится там в 5000, да, там, в течение месяца. А все должно быть постепенно, то есть в таком случае такая торговля также имеет право на, имеет право на жизнь, безусловно, но важно учитывать, что если вы работаете там с максимальным плечом, то вот вы в одной сделке можете потерять, да, практически весь депозит, и ваше накопление уже, ну, будут нецелесообразны, то есть этот результат будет нецелесообразен. Поэтому вот я сейчас перед вами представил такую
самую простую диаграмму распределения накоплений. Вот там, если у меня, я сейчас вот, ну, загораживаю всю картинку, то в чате, ну, точнее, вот в окне чата там есть стрелочка, я могу свернуть вправо, и я немножко сдвинусь, вы сможете читать весь слайд. Ну, вот там написано распределение накоплений. Так вот, флаг Чехии. Передам нашим дизайнерам, да, кто это делал, но я думаю, что цель здесь была несколько другая. Итак, в чем здесь основной посыл? Да? Те инвестиционные средства, которые вы планируете использовать, их тоже нужно распределять. То есть самое простое распределение. Да? То есть, вот, например, у вас есть 100% ваших средств, и нужно вот каждую из этих частей постоянно дополнять, постоянно ее увеличивать. Я имею в виду пропорционально. То есть у вас есть, опять же, та же самая $1000, и вы ее распределяете. Да? То есть $200, 20% уходит в резерв, то есть это, например, счет в банке, где средства просто накапливаются, и вы понимаете, что там в течение одного дня вы можете эти средства получить. То есть, ну, такая вот подушка безопасности, что называется. Далее 40%, да, то есть условно $400, вы инвестируете в финансовые рынки. А другие $400, опять же, покупка той же самой недвижимости, ну, условно, даже с ипотекой, да, то есть те же самые $400 вы платите, выплачиваете в банк, и, опять же, через какой-то продолжительный промежуток времени вы можете получить уже там на выходе готовую недвижимость, которую вы там или продолжите не жить, или продадите, куда-то дальше эти средства используете. То есть вот все это нужно распределять, и вот эти части, они также должны пополняться, ну, пропорционально, то есть у вас один месяц, да, появилось $1000, вы ее распределили, потом у вас какой-то месяц появилось $10000. То есть точно такой же принцип. То есть 20% могут уходить в резерв. Опять же, 4000 уходят в инвестирование в финансовые рынки, 4000, опять же, к примеру, накопление на приобретение, ну, какого-то дополнительного там вида недвижимости, возможно, коммерческая недвижимость, но это в общем, то есть обязательно это должна быть недвижимость. Это просто как пример. И уже вот в этой части, да, вот сейчас должна быть видна указка, вот в этой части здесь так уже распределяется по секторам, то есть это не значит, что у вас есть там $400, и вам нужно на весь этот капитал купить там пару евро-долларов. Это не так работает. То есть вам необходимо распределять ваш портфель, опять же, по секторам. То есть вы уже, ну вот более подробно мы поговорим об этом в четверг, распределение именно финансового портфеля. Но основная мысль заключается в том, что даже вот этот капитал в $400, его нужно делить, да, и уже, то есть покупать валюты, да, то есть исходя из вашей торговой системы, покупать индексы, покупать там криптовалюты, но делать это, распределять, да, то есть уже в рамках данного сектора проводить также диверсификацию. И постепенно вот ваш портфель, он обрастет, он будет, что называется, мне вот в этом отношении очень нравятся труды Насима Талеба. Я надеюсь, что из вас кто-то читал, если кто-то не читал, то рекомендую почитать. Это очень интересная есть книга. Ну, первая книга, которую я прочитал, это «Черный лебедь», да, я думаю, что более популярное название. А вторая книга – это «Антихрупкость». Да, вот, Максим, вот соглашусь с вами, «Антихрупкость» также моя вот одна из любимых книг, в принципе, которая не связана, что называется, с трейдингом, да, с механизмом трейдинга, но связана с пониманием инвестирования. Поэтому рекомендую эту книгу там или купить в вашем магазине, или где-то ее там, ну, лучше купить, чтобы она была всегда под рукой, на мой взгляд. Это не реклама книги, это просто небольшое пожелание. Так вот, ваш портфель, он должен быть максимально защищен. То есть просадка в одном секторе не должна повлиять на один, да, на весь портфель. То есть она, безусловно, повлияет, но это будет какой-то незначительный процент, да, то есть там 5%, 3%. И тогда ваш депозит будет, ну, ваш капитал будет максимально, что называется, антихрупким. Андрей, автор Насим Талеб. Книга называется «Антихрупкость». Там можно в гугле набрать, и я думаю, что более подробное описание вы сможете найти. Ну, вот как Максим написал, «Антихрупкость». Поэтому вот таким образом это должно происходить, и уже
как это делать с точки зрения трейдинга, мы с вами уже дальше, собственно, поговорим. А следующий слайд, да, следующий пункт, который у меня обозначен, это потенциал доходности. Да. Мы сегодня тоже вот затронем вот этот один из важных вопросов. И задам вопрос вам, да, коллеги, сразу же. Вот вы сейчас сидите здесь, да, у вас Максим подсказывает, что он сейчас пишет еще книгу. Отлично. Будем ждать его следующих трудов. Коллеги, вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, какую отдачу от вашего капитала именно вложения в финансовые рынки с точки зрения трейдинга вы для себя ожидаете? И давайте примем такую общую меру, да, для вычисления этого результата в процентах годовых. Да, вот напишите, пожалуйста, вот для какой цели вы перед собой ставите. Ну, возможно, не цель, да, возможно, ваше желание, возможно, ваше мнение на этот счет. Но вот напишите, пожалуйста, сколько бы вы хотели, да, получать процентов в год от ваших вложений. Да, вот Анатолий пишет 30-50, то есть там на каждую вложенную условно $1000 получать $300-500 обратно, да, в течение года. Ну, я просто хотел понимать именно в годовом выражении. Коллеги, прошу вас, да, я знаю, что многие слушают вебинары, но я так сам тоже периодически делаю, не обращаю внимания на чат, да, то есть слушая только спикера, но я призываю вас, чтобы у нас была такой больше диалог. Поэтому попрошу вас подойти к вашим мониторам и написать, какой процент годовых для вас является интересным, да, то есть за какими деньгами, условно, вы пришли на финансовые рынки. Да, вот Максим пишет 120%, Сергей 20-30%, 100%, Владимир 40-50%, примерно 30%, Анатолий пишет фантастика. Анатолий не совсем вас понял, да, то есть это ваша реакция на доходность, на то желание, которое обозначили трейдеры. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением. Анатолий, более 50%. Угу. Ну, я с вами соглашусь, что, наверное, интересно тратить свое время, тратить свои эмоциональные ресурсы, чтобы получать какую-то определенную отдачу, да, от трейдинга. Я сейчас с вами, вот перед вами следующий слайд, да, потенциал доходности. И я сейчас вот, ну, постараюсь просто объяснить, из чего он складывается. Вот Анатолий пишет, более 50% фантастика. Все зависит от, ну, в принципе, от волатильности, да, то есть от того, как распределен ваш портфель, потому что какие-то инструменты могут принести больше, да, какие-то меньше. Вот опять же, здесь еще один из таких моментов, это нежелание открывать для себя какие-то новые возможности, новые интересные инструменты, потому что есть трейдеры, кто... Вот есть пара британский фунт, американский доллар, да, или пара фунт иена, и вот трейдер работает только по ней. На мой взгляд, вот данная система, она, ну, что называется, не антихрупкая, да, то есть там нет волатильности, рынок не движется, ну, собственно, никакого результата нет. А когда ваш портфель, он распределен по различным составляющим, то уже это будет гораздо, гораздо интереснее. Так вот, от чего зависит доходность? Да? Казалось бы, такой довольно-таки простой вопрос, но не все также могут на него ответить. Потенциал доходности, он зависит от рисков. То есть можно подразделить все стратегии на, ну, точнее, принцип работы с деньгами на несколько подходов. Да? Консервативный, там, агрессивный, можно еще умеренно агрессивный добавить, но не в этом дело. Два основных, да? Консервативный и агрессивный. Собственно, при консервативном, если мы говорим о доходности 3%, да, с умеренными рисками, то, как правило, если вы используете, ну, такие основополагающие принципы инвестирования, ну, в трейдинге, да, то есть потенциал прибыли там в 2-3 раза больше, чем потенциальные риски, то с потенциалом 3%, да, вы рискуете 1% от вашего, к примеру, депозита. То есть те, кто из вас написал, к примеру, там 100%, да, то важно понимать, что в какой-то момент, вот, соотношение
рисков может доходить, то есть риски могут доходить там до 30, до 20-30% они могут быть. Но всегда, то есть нет какой-то идеальной точки входа, в которую вы можете войти и вот прямо отсюда можете зарабатывать прибыль. То есть трейдинг – это ну, математическое соотношение, да, то есть количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок. И важно, чтобы в итоге количество прибыльных сделок было выше, чем отрицательных. То есть это основной момент. Агрессивно, да, то есть 10%. То есть фактически одна и та же самая сделка. Вот давайте просто на примере. Сейчас я вернусь в MetaTrader. Да, Анатолий, согласен, это зависит, безусловно, от волатильности. И вот я как раз хотел с вами на примере, да, вот ответить, разобрать этот вопрос. То есть можно взять, не знаю, давайте возьмем пару евро-доллар, чтобы, наверное, более привычно было. И сейчас я открою по ней новый график. И мы по ней поговорим. То есть в чем существует разница, да? То есть опять же, у нас рынок, он движется, ну, настолько, насколько он движется. И фактически, вот если мы рассмотрим, ну, вот сейчас март 2018 года, да, то есть последний импульс восходящий, который пошел, вот это движение у нас прошло, ну, 1100 пунктов, да, округлим. Так вот, доходность она будет зависеть от того, какой риск у вас был заложен в эту сделку. Да? То есть 1100 пунктов. Если вы открывали сделку с риском, к примеру, ну, вот, просто опять же, чтобы было удобно считать, да, то есть с риском 350 пунктов, ну, условно, это очень большой таймфрейм, мы сейчас не об этом. То есть сам принцип у нас так. И, ну, собственно, вот максимальное значение. Так вот, входя в сделку здесь, и если вы готовы заработать там 1100 пунктов, вы готовы потерять 350 пунктов. И уже в зависимости от того, каким объемом вы в эту сделку входите, от этого будет зависеть и доходность. То есть, открывая сделку с риском 1%, да, то есть, если цена уйдет ниже данного уровня, то вы, условно, получите стоп-лосс на 1% от вашего депозита, то потенциал прибыли, то есть, рост на 3%, ну, вам те же самые 3% и принесет. Если вы открываете сделку с риском 10%, да, то прибыль вам уже будет в 10 раз выше, то есть 30%. Здесь все пропорционально. Рынок он движется на ту же самую величину. И доходность, она в первую очередь будет зависеть от тех рисков, да, которые вы вкладываете в каждую отдельную позицию, в каждую отдельную операцию. В четверг мы более подробно поговорим о данных принципах. Но опять же, вот откуда появляются там 100%, 20%. На мой взгляд, показатель в 10-12% в месяц, он вполне, ну, вполне разумный. То есть это вот та средняя величина, которую вполне реально получить, торгуя на финансовых рынках. Причем здесь важно учитывать то, что в какой-то месяц, да, когда волатильность снижается, это может быть там 3%, а в какой-то месяц, когда волатильность выше, это может быть там 5-10-20% и так далее. Но в общем выражении, если мы берем пересчет уже за месяц, да, то примерно там величина в 100-120% годовых, она также и появляется. То есть, на мой взгляд, это также вполне разумно. Вот, но очень часто я, ну, видите, у нас присутствует здесь большинство уже трейдеров, кто на реальных счетах работает, да, а когда я вижу новичков, то есть кто приходит только работать на демо-счетах, то я тут периодически вижу цифры там 1000%, там 5000% и так далее. Но такие проценты могут сейчас только криптовалюты, опять же, с тем минимальным, с минимальными рисками принести, ну, только потому, что у них потенциал роста гораздо выше. А если мы берем о таких классических инструментах, то все зависит от рисков. Поэтому риск, он безусловно пропорционален, точнее, доходность, она пропорциональна тому риску, который закладывается. Тот же самый биткоин, да, просто такой небольшой, да,
отход. На мой взгляд, вообще, если говорить о криптовалютах, мы обязательно еще об этом поговорим, затронем чуть позже, но такие буквально 2 минуты. Пока у этих инструментов, пока технология блокчейн развивается, появляются новые изменения криптовалюты, в целом сообщество блокчейн, пока все эти инструменты заточены именно на рост. То есть вложений в них не так много, и они в перспективе пока сейчас только растут. То есть больших каких-то колебаний, больших коррекций мы, безусловно, не видим. Так вот, опять же, вкладывая в тот же самый биткоин, да, то есть здесь важно понимать, что стоп-лосс, да, то есть открывая позицию по какому-то инструменту, если вы работаете, например, без плеча, то это одно. То есть вы покупаете просто на живые средства, и ну, в худшем случае вы потеряете, то есть вряд ли он будет стоить ноль, да, то есть меньше нуля, как какой-то актив. А потенциал роста, он, безусловно, выше. То есть даже если работать с кредитным плечом, да, то есть входить в позицию, то, на мой взгляд, вот стоп-лосс, он должен быть также на нуле. То есть фактически вам должно хватать средств на ту просадку, которая появляется при торговле с криптовалютой. И это ну, пока максимально жизнеспособно с точки зрения защиты депозита, ну, на мой взгляд. Почему еще не столь интересно его продавать? Да? То есть вот многие, когда мы в Admiral Market запускали там биткоин, эфир для торговли, у нас была доступна только покупка. Да? То есть продажа не была доступна. И многие спрашивают, когда же можно будет его продать, потому что я вот жду, что там сейчас все это пузырь здесь лопнет, да, все пойдет вниз, я на этом заработаю. Но он все так и продолжает идти, и, ну, собственно, будем дальше смотреть, как ситуация будет развиваться. Так вот, задумайтесь о том, сколько вы можете заработать на продаже. Да? Если вы продаете, то максимальный профит, который может быть, это 100%. Ну, собственно, если цена дойдет до нуля. А вот уже максимальный профит, который это может быть при покупке, он уже не ограничен. То есть это может, ну, что называется, быть удестерение, да, то есть называется это еще иксами, да, то есть это может вырасти там, в 10 раз, в 20 раз, в 30 раз, что в свою очередь даст там 1000-2000% прибыли. Ну, все, что выше 100%, уже будет более интересно. Поэтому, опять же, криптовалюты с небольшой поправкой на риск-менеджмент также, безусловно, являются интересными. Немного поделился своими наблюдениями. Ну и, собственно, я думаю, что так как многие из вас уже имеют опыт работы на реальных счетах, да, то есть вот такие мифы о инвестициях, которые у меня стандартно присутствуют, у вас вопросов не вызовут, да, то есть всегда нужно помнить о том, что большой капитал не столь нужен, да, в данном случае у вас есть возможность работать с кредитным плечом, но его нужно использовать разумно. В четверг мы поговорим более подробно. Нужно получить область степени финансов. Это, безусловно, будет плюсом, если вы будете разбираться в какой-то макроэкономике, но с точки зрения трейдинга важно выработать вот те основные принципы, которые вам позволят принимать решения. Вообще, то, что я вам буду рассказывать, та торговая система, которую я использую, она, ну, в принципе, мне позволяет тратить на анализ, на принятие решения там, ну, не больше часа в день. И для меня это максимально интересно. То есть не нужно там сидеть 12 часов, анализировать график, прежде чем принять какое-то решение, да, то есть огромное количество инструментов, потому что на рынок влияет огромное количество факторов, которые учесть все просто невозможно. И нужно выработать вот то, что будет говорить, то вот здесь покупаем, здесь продаем, да, все просто, то есть вот к этому должна прийти торговая система. А с точки зрения рисков, как я уже сказал, то есть все пропорционально. А трейдер никогда не должен рисковать больше той суммы, которую он себе действительно может позволить потерять. Пункт номер 4, да, необходимо находиться на Уолл-стрит, то есть это уже ушло, да, то есть все, что вам нужно иметь, это компьютер, интернет, брокерский счет, да, компания Admiral Markets, и, собственно, начинать работать. Ну и ежедневно нужно тратить много времени на анализ, да, ну, про это я уже тоже сказал, с точки зрения того, что я расскажу вам, то есть, как это делаю я и какие способы применяю для того, чтобы уделять там не более часа в день. Коллеги, вот сейчас я по основной, вообще то, с чего я хотел вас ввести, да, то есть, так скажем, поднять все знания, которые были, восстановить в вашей голове, я их рассказал. Сейчас вы можете задать те вопросы, которые у вас появились,
Еще несколько организационных моментов. Да? Во-первых, у нас компания Neural Markets несколько лет назад была выпущена очень хорошая книга, которая называется 100% Forex. И для, так скажем, ознакомления и повторения того, что мы с вами сейчас разобрали, я сейчас приложу в чат ссылку, по которой вы ее сможете скачать. Да, то есть книга весит довольно-таки много, и почтовые рассылки их не принимают. Поэтому вот с Google диска вы можете ее себе сейчас прямо сохранить, и мы к ней будем еще возвращаться. То есть фактически вот ваше задание на повторение – это первая глава из книги 100% Форекс. Там очень хорошо, на мой взгляд, раскрываются основные принципы именно трейдинга. Поэтому, чтобы их проговорить, чтобы их еще раз повторить, то рекомендую вот данную книгу посмотреть. Ну и те вопросы, которые у вас могут появиться, и я думаю, что появятся к нашему следующему вебинару, который пройдет в среду в 18:00. Вы можете прислать мне на почту вот roman.isakov@neuromarkets.com. Вообще эту почту вы можете использовать для любых вопросов касательно наших вебинаров, которые вы будете посещать уже после, касательно видеообзора, то есть все, что вам хочется задать, ну, безусловно, с точки зрения трейдинга, то обязательно присылайте. Да, Андрей, я думаю, что я вам в Санкт-Петербурге еще эту книгу вручал. Очень рад, что она у вас является настольной, вы ее используете, и книга действительно очень полезна и информативна. Да. И, коллеги, еще одно нововведение, которое у нас планируется. Я думаю, что для всех участников данного курса, для всех, в принципе, слушателей, которые посещают мои вебинары, будет создан отдельный закрытый телеграм-канал, где мы будем в режиме реального времени уже делиться, ну, мнением, что называется, онлайн. Данный телеграм-канал, он будет доступен для действующих клиентов компании Neural Markets, то есть, чтобы получить к нему доступ, нужно будет написать мне на почту, и необходимо иметь реальный счет компании Neural Markets. То есть, в принципе, вы большинством знаний, да, можете пользоваться, ну, то есть, в общедоступном, да, формате, но так как вот этот процесс, он занимает, ну, довольно-таки трудоемкий, да, чтобы можно было в течение дня, я смог туда выкладывать свои какие-то комментарии, то есть писать сразу же свое мнение по рыночной ситуации, если я вижу, я буду это делать непосредственно через телеграм-канал. Я думаю, что к нашему последнему вебинару он уже будет сформирован полностью, будет информация также о нем дана, но для того, чтобы в нем уже присутствовать, да, задавать ваши вопросы, получать ответы онлайн, реального счета на любую сумму. Напомню. Хорошо, коллеги, есть ли у вас еще вопросы ко мне? Пожалуйста, поставьте, давайте так, если есть вопросы, то напишите, если пока вопросов нет, то поставьте плюсик, и будем с вами прощаться уже до следующей недели, прошу прощения, до следующей недели, до среды, среда 18:00. Угу. Отлично, да. Тогда будем завершать наш вебинар, да, буду вас отпускать чуть дольше, чем планировалось, мы с вами провели, но я думаю, что с такими фундаментальными понятиями инвестирования мы с вами разобрались, да, их проговорили. Поэтому, коллеги, всем спасибо за участие, я очень благодарен вам за вашу активность, да, то, что отвечали на мои вопросы, принимали очень активное участие, предлагаю продолжать в том же самом виде. Поэтому увидимся с вами в среду в 18:00. Точно так же вам придет ссылка на вебинар, или вы можете воспользоваться этой же ссылкой. Единственное, что вам нужно будет зайти в комнату вебинара, да, то есть доступ я обычно открываю где-то за час, да, то есть в 17 вы можете заходить и уже присутствовать. Хорошо, тогда будем прощаться. Также, коллеги, я
Еще напомню, что вся команда Admiral Markets проводит большое количество вебинаров. У нас на этой неделе из специализированных будет вебинар, который ведет мой коллега Фредерик Даниэль, который посвящен парному трейдингу. То есть это уже тот подход, который он применяет. Это несколько, ну, отличается от классических подходов с точки зрения технического анализа, фундаментального анализа. Вот я вам сейчас пришлю также ссылку, вы почитаете и обязательно тоже приходите. В четверг, как раз вот, ну, после нашего вебинара, который у нас будет в четверг проходить, вот далее будет читать Фредерик в 19:00 вебинар, который посвящен торговой стратегии, который называется парный трейдинг. Поэтому обязательно приходите и получайте новые знания. Хорошо, коллеги, всем желаю хорошего вечера и увидимся в среду. Всем спасибо и до свидания.